Роман Кравченко на вопрос, кем быть в будущем, знает четкий ответ. Несколько лет назад молодой человек выбрал для себя стезю журналиста и теперь использует любые возможности для того, чтобы еще до поступления в высшее учебное заведение узнать как можно больше и набраться опыта. Я склоняюсь к этой профессии, потому что для меня она интересна, то есть работа с людьми для меня является частью моей жизни, наверное, сколько я прожил. На мероприятие под названием «Профтренд», который уже не в первый раз организовывает Дворец детского творчества, Роман пришел с конкретной целью – в неформальной обстановке задать интересующие его вопросы тем, кто в этой профессии давно. Больше всего он интересуется спортивной журналистикой. Так как спорт, можно сказать, является частью нашей жизни, то, мне кажется, про него очень много еще неизвестно, и можно про него много что узнать и написать. Отвечать на вопросы ребят пригласили и тех, кто отдал любимому делу не один десяток лет, и тех, кто пришел в средства массовой информации совсем недавно. На встрече обсуждались разные темы. Как поступит журналист в той или иной ситуации? Существует ли независимая журналистика? Чего больше в профессии – рутины или творчества? В журналистике очень много... Это даже не талант, это не разовое написание статей, это поток. В журналистике очень много работы. И иногда талант уже отходит на второй план. Школьникам встреча понравилась. Журналистику они считают престижным и интересным направлением деятельности. И осознают главную заповедь работников СМИ. Когда хочешь сказать, что думаешь, думай, что говоришь. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.